Здравствуйте. 6 августа, 10 лунный день. Созди Будд, сосиски воды с элементом железа. Особенный день для благородных людей. Благоприятен практике созерцания, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений, праздников, новоселья, свадеб, обращение к учителям Буддам, к началу обучения, восстановлению фундамента, советоваться с мудрецами, ламами. Ребенок, родившийся в этот день, будет простым, добрым, отзывчивым, в глубине души будет обладать храбростью. Стрижка волос к обретению силы. День благоприятен для людей, родившихся в год коровы, змеи. Неблагоприятен годам лошади, мыши и зайца. В Илгинском Цукчундуане хорол саванубын. За домашний скот и вообще за животных. А также в 11 часов дня хорал, посвященный к духам воды, лосут, принесите с собой молоко красной коровы и белой козы. Будьте полезными.